Раз у Клинтона красный дым, такой же был в ратуше. Биооружие Киннера. Я пытаюсь с ними связаться, но никто не отвечает. Постарайся найти уцелевших и выяснить, как произошло заражение. Когда все там зачистишь, я вышлю специалистов. Нужно выяснить как можно больше, иначе шансов у нас не будет. А, вот ты где! Привет! Этот... С тех пор, как сообщили про красный дым, я не могу связаться с той группой ОТГ. Мы уверены, что это очередная биологическая атака Киннера. Постарайся найти уцелевших и выяснить, как произошло заражение. Чистящики нас опередили. Агент, перебей их. Проберись внутрь и найди источник заражения. Касл Клинтона, нам срочно нужна помощь! Хоть кто-то выжил. Агент, помоги ему. Вход в зараженную зону. Агент, нужно запустить вентиляцию! Я не знаю, сколько еще я тут продержусь! Исаак показывает, что там есть вытяжка. Тебе надо включить ее, чтобы убрать этот дым. Включено.
Боимся дыма. Система вентиляции включена. Убей этих чистильщиков, иначе они убьют Дэна. Из ящика с маркировкой Цера. Он остался во дворе. Осторожней! Я пришлю туда людей, они отведут Дэна в гавань, а ты иди во двор и найди этот ящик. Отвлекайся, агент. Ящик где-то рядом. Eclipse virus detected. Координаты ящика. Специалисты по ликвидации будут, как только ты зачистишь Касл Клинтон. Исаак сканирует данные охранных систем. Может, удастся собрать эхозапись и выяснить, что тут было. Но придется подождать. К тебе идут чистильщики. Займи удобную позицию и перебей их.
не пробовал. Эй, только нам оставь хоть немного. Так, а что еще тут есть? Господи, это дым. У них не было шансов. Что это? Ратуша была только началом. Он издевается. Нет, это чтобы мы поняли, как далеко он готов зайти. Он хочет показать, что у него целый арсенал, и что спецотряд ничего ему не может сделать. Мы его остановим, Фэй. Еще не все потеряно. Выход из зараженной зоны. Перехвачен радиосигнал врага. Мы сопоставили данные, полученные у ренегатов, и пришли к выводу, что Киннер на Острове Свободы. Давай прищучим этого гада. Буду ждать у паромной станции в Беттери-парке. Действуем по ситуации. Вы вышли из состава группы. Выстрелю гнидо. Позиция под охраной бойцов с тяжелым вооружением.